Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. Хотел бы записать видеоотчет по поводу рыбалки. Открыл я сезон по жидкой воде. Сегодня опять сосновка. Для разминки ходил, кидал спиннинг. Вот на телебалке. Сегодня главный упор был на железо. Ничего не поймал, ну хотя бы размялся, давно не был. Планировал выходы, но не получалось у меня из-за работы. Вот. Проходило часа два, наверное, пробовал свои точки топовые, так сказать. Правило безотказное, но безрезультатно. Зато отдохнул. Сидели на берегу ребята, ловили на фидер. Ну, в улове плотва, подлещик и уклеек. С полладони. В принципе, ничего серьезного, ничего интересного не было. Больше, в принципе, рыбаков не встречался. Делал еще один на поплавочку, но то же самое. Уклейка и мелкая плотвичка. Ничего не было. Ловили они на мотыля и на опарыша. Вот. Пробовал я колебалки, пробовал вертушки. Вот. На вертушку одна потычка, тычок, но не засеклась. Вот что-то маленькое, очень маленькое. Для окуня или мелко щупак мелкий. Вышел отдохнуть, наконец сделал перерыв, посмотрел, что здесь, как здесь. Некоторые товарищи поджигают поля, горят поля по окраинам, пригорки, очень много поджогов. Зачем это делают, непонятно, кроме вреда и особого пользы они не приносят. Вот, тем более здесь рядом жилой сектор, я так думаю, есть еще вероятность пожара элементарно, то что перекинется на жилые дома. Не надо так делать или делать, но это под контролем надо делать все. Я вот так поджег, развернулся и ушел. Итак, в принципе, все. Погода средняя, ветер, сильный ветер порывистый, постоянно меняет, крутит, вертит, солнышко. На улице где-то плюс 6. Руки мерзнут, кстати, а зря я перчатки не взял. Так, в принципе, все по рыбалке. Всем удачи, всем ни хвоста, ни чешуи. Увидимся, спишемся. Следующий выход, я так думаю, планируемся. То, что с ребятами хотел сходить на мисс попробовать. Ну, там, по результатам опять буду снимать видео, выкладывать на канал. Все, всем удачи, ни хвоста, ни чешуи. Удачных рыбалок. А я сейчас допью свой кофеек и потопаю домой. Пока-пока.